Чё, мне надо винторезик, наверное, сделать. Зачем? Да из лука стреляет. Слышь. А слушай, охотничий лук урона, говорят, да. Так, 55 урон по существам, охотничий лук 70 урон по существам. Угу. Но урон по игрокам из ружья 50, а из лука 35. Да, да, именно так вот эти свои. Так, мне бы еще похавать. Есть там что? Да как-то ничего. Ну так сомнительно все. Там да. Стейки жарятся, ты не пропусти. Да вы что в печку-то? Ну ты че, блин? Слышишь, рубу давай. Там в этом, вон, один уже пожарился, два пожарились. Так, кто-то винтовку положил в этот. Неплохо, Дима, неплохо. Что, он винтовку в печь положил? Винтовку в печку, да. Да я поменял просто. На, поменял. Вообще, конечно. Просто расточительство какое-то. Бесконтрольное. Чё, я крафчу себе рушбайку? Да крафти, конечно, чё. Чё, металла не хватит, что ли? Я б тебе мог свою отдать. Так, стейки. Так, мы все с рушбайками будем. На, чувак с автоматом был. Ну, чё-то как-то вяло у него с автоматом получилось. Ну да. Я бы даже сказал, вообще не получилось. Чё там со стейками? Всё сгорело? Нет, я их забрал. Где? Там ещё один. Ты чё, блин? Сейчас съем. Чё, я готов охотиться? Ой-ой-ой, 35 секунд, о господи, чуть не сгорел. Да-да. Аж винтовку выбросил. Да чуть не сгорел. От ужаса. Так, чувак бежит, это кто бежит? Вот прыгает. В красной шапке. Прыгает он. Не знаю даже, что это за мужик. Чуть-чуть в голову из рушбайки не получил вообще. Да я знаю, вы еще те добрые люди. Тогда постучался в дом. Хотел попросить покушать. Постучался в дом. Топором нам чуть дверь не пронес просто. Мы там обосрались в ужасе, похватали все, что было. Вообще ножи, вилки со столов, чтобы как-то отбиваться от нашествия этих татаро-монгольского. Просто вообще... Я с закрытыми глазами дверь открывал просто и туда, куда по стрелу пускал. Страшно было на все на это смотреть. Ну. Че, вот где негодяй? Я на луке бегаю. Мы идем со скотчем бить или вообще бить? Дима там отмокает. Слышь! Чё это сейчас было? Я тебя испугал. К нам это прибежало чудовище. Оу. На тебе. Завалил ее топором. Угу. Ты чё хочешь там? Картинки ВКонтакте. Этот в Майнкрафте в этот. А или не. Или это не Майнкрафт. Это этот. Наверное, копатель онлайн. Кирка, потому что не такая. Это. И там написано. Просто. Блоками это эмблема и надпись Warface. И написано, это говно в говне, теперь ты видел все. Неплохо. Нам должны сейчас за рекламу Warface и копателя занести. А, ты записываешь, да? Конечно.
Ну ты вырежи это. Никакой, никакой рекламы копателей Warface. Слышишь? Так, мы с собой мангал-то не взяли, да? Нет, сдохнем сейчас. Дождик как раз пошел. В честь нас. Серьезно? Да, пошли назад. Сейчас сдохнем еще. По-любому сдохнем. Дорубить и бежать. Без мангала-то жизнь не мила. Ну, господи, там чудовище прямо с скалы на меня достигло. Вообще, чудовище стены. Что-то дождик-то детский, а нет, я промокать. Добавили бы грозу. Такой бежишь по полю, тебя молния ударила, ты умер. Это перебор уже. 6 минут. 5. Ну ты сдохнешь. 4. Слышишь? Это у тебя минуты, почему как под 5 секунд? Ну так показывается. Все, я влажный. Мне тоже. 2 минуты. Ты. 70 секунд. Что-то на тебе не одето, короче. У меня все еще 3 минуты еле тянет. Че на мне не одето-то? Куда бежать, не господи? Знаю. Прямо иди. Темнота такая, не видно ничего. Да. Какое дерево ты рубишь, беги. Ой, там костер чей-то горит, погнали. Сейчас что-то бьем костер. Или умрем сами. Как подтушили тебе? Костер-то. Или нет? А ты рубишь? Ничего я не рублю. Окей, значит это дерево слева рубил. А мы сейчас с кустов заходим на костер. Давай. Вон чувак к костру подошел. Да, я вижу. Он прыгает. У него ружье, по-моему. Стреляем? Убил. Отлично. О, еще один. Где? А, это почему-то его труп стоит. Там у тебя 3 кабана напало вообще. И все олени. Это какая-то Золушка была вообще. Так, ну. Белоснежка. Так, так, ботинки, ой, мясо. Ой, давай что мясо жарить. Дерево. У меня тут верстак. Грохнут и все. Верстак. Так, ладно. Сапожки. Руда, ты чё? И апельсины все съели. Че, в костре что-нибудь есть? Просто ничего нет. Жри мясо. Если сготовилось. А я еще одну подобрал. Oh, yeah. Я апельсинами мята жру. А где дом? Нифига, он вообще в другой стороне. Нормально. Пипец, ты меня чуть не убил. Воле да случая слышишь? Просто чудом нас спас этот Иисус. Да все было эпично, по-моему, очень. Да, вообще. Сюжет боевика. Да, мы молодцы. А, сразу руду рубить начал, да? Конечно. Там йети, что ли? Я. Йети. Вон йети. Е. А, мутуре. Вон, из звука его долби в голову. Прицелился. Подожди, стой. Давай. Блин, ты ходишь. Раз, давай, два, погнали. Три. В голову я не попал.
Я вот, блин, замерзаю, зараза. О, господи. Кабан еще. Черт. Так, блин. У меня инвентарь полный. Меньше половины хп. Давай подберу. Ты взял? Да, теперь взял. Так. Че я предлагаю? Это знаешь, что нам пойти с тобой в пустыню зеленой руды покопать? Вот. Пустыню зеленой руды? Ага. Ну, бери с собой мангал. И пошли. Мангал есть, крем от загара, возьми себе две. Ого. А как его скрафтить? И одевай, а его не крафтить, его выращивать надо. И одевай. Крем от загара выращивать? Да, из кактусов. Помнишь, у чувака непонятные штуки росли? Помню. Ну вот, у нас есть две семечки, только их пока садить некуда. Угу. Если бы не эта дыра в крыше. Ну-ка повернись. Так ты ну тоже ты вообще. Лол. Ну погнали, чё. Так, все, понабрали. Еды, как правда, у нас не очень много. Да, кстати, насчет еды не пойдем, возьмем. Блин, стоите с собой, так сказать, тоже такое дело-то. Так, где холодильник у нас? Раз стоит. Возьму замороженный. Да, лучше замороженное. Три, ладно. Я два возьму. Ну, все, погнали. Да ёшкин кот. На, сейчас я тебе дом козяка еще покажу. Чё, козик тут рядом пристроился? Козик вообще-то просто каким-то чудом лагая безобразно каким-то образом обгоняет нас вообще по развитию. Пока мы там 3 часа что-то делали, он уже и бурилку построил, и все построил вообще. Весь в руде, весь обмазался рудой. Козик так-то такую грамотную позицию для дома выбрал. У него, конечно, там проблемы некоторые с ресурсами, но он, считай, налево пошел, зеленые руды покопал, направо пошел, синие руды покопал, прямо пошел, красные руды покопал. Такой он вообще хитрый. Вот еврейские корни где-то там у него. Так нет, он же монгол, он кочевник, он-то знает, куда ходить. Думаешь, так все работает? Конечно. А он случайно тут дом поставил, или он знал, что он тут? Ну, видать, он прошарен. Я не знаю, как тебе ответить на это. Ходи. Тут уже все зарегались. Авторизировался. Тут ну, так-то... смотри, у него сколько тут всего уже. Просто... Мы эту неделю играли, столько собрали. Да, о чем мы? Давай уголь его сжечь. Палка заглохла. Копалка на углях. Копалка у него на углях? Да, угольная копалка у него. А оно так работает? Да, работает нормально. Понятно. Че, греться будем или пойдем? Ну, я вот сейчас прыгну в огонь-то. О, мне жарко. Что? Ну погнали. Путь наш далек. Знаю я там пару мест. Замечательной рудой. И к нам же к дому машина подъезжала. Ого. Я костер выключил, все двери на щеколду закрыл и сидел, трясся в углу. Да ты чё, надо было на второй этаж подняться, пристрелить его. Тачку бы заимели. Да, там ресурсы есть, чтобы гараж построить. Быстренько. Прям вокруг тачки. Чё, получен предмет приготовленное мясо? А, он типа был пожаренный?
И разморозился, или что? Да-да-да, именно так это и работает. Вот она, поляна нашей мечты. Я даже думал тут дом на горе построить. И тогда можно по челяди стрелять, которая руду собирает. Ну, кустов много, блин. Что-то ну, я не вижу тут ресурсы. Подожди, надо подождать. Сейчас тут такое будет вообще. Устанешь ее собирать просто. Тут еще огромных куч этих, которые взрывать надо, тоже тонны ресурсов. Так, вот начинает появляться. Вон, смотри, лежит одна уже. Немного времени пройдет, и все зарастет этой рудой. Так, ну, фул обвес еще глянем. Как быстро яд меня будет драконить. Ну, меня вообще не трогает. Две минуты. Вообще жесть, просто жесть. Бегай и руби. Вон еще да. Это мощно. А ну, чё, чтобы слово. Костюм-то скрафтить? Чё там, сколько нужно ресов? Немного? 46 зеленой руды надо в общей сложности. Или больше чуть. Ну так, знаешь. Ну немало. Это на полный костюм, да? Да. Вон, смотри, тут все порезалось. Ага. Вон на поляне справа, слева, короче. Разбегаемся, если что, визжим. Как... Ну ты понял, кто и... Вон на какой-нибудь самой высокой горе. Точно. Блин, вот построю завтра башню. Не буду ждать себе. В трусах там сяду. В майке с пятном стрелом. Желтым. Да. В ковбойской стрелом. Шляпе. Буду. Кстати, да, неплохая идея ковбойская шляпа. Челядь-то отстреливает. Ну что-то никто тут не крабит, а тут богато. Так а чё тут, блин, радиация, солнце, конечно, тут никого нет. Я думаю, 80% людей там у пустоши, короче, у респауна там скачут. Копьями друг друга, да. Голые. Да, ты вспомни наше начинание. Ну да, на самом деле. Вот эта полоса, где даже днем холодно, это как барьер. После нее уже все. Да. И народу меньше, и вообще его нету. Со временем-то все доберутся. Тут, короче, говорят, есть какая-то военная база, типа на противоположном конце карты вообще. Угу. Вот, я прям даже прям не знаю. Что там есть? Танк? Не представляю, честно. Ох, сова. Ты смотри, а. Хедшот. Так, что-то не падаю с нее перья, блин. А перья-то нужны только для копья, по-моему. По-моему, да. Я, если честно, не понимаю там разницу. Типа замораживающее копье, поджигающее копье. Оно реально, что ли, замораживает? Ну, наверное, дотает. Хотает. Дотает. А замораживающее что, в ледышку превращает? Нет, замедляет скорость бега. Ну, это сомнительная какая-то штука. А чё? Один колет, другой бегает, а из лука расстреливает. Кайтишь, короче, как бог. Из автомата в упор просто раскидают и без дробовика. Не-не. Настоящий джедай бы тебя с копьем ушатал бы. Он бы заморозил твой палец. Ты бы не смог стрелять. Ну, если это так работает, что ты стрелять не можешь. Приколите, как я здорово резнулся, а. Чё? Вы в доме? Нет. Нет. Мы на поляне. Я в перекрытии резнулся. Твои ноги внизу, а голова на втором этаже? Именно так. Прекрасно. Плохо. Ну ты повиси там немного, мы скоро придем. Я мне больше и вариантов нет. Но я могу пробовать еще перезайти. Не, ну ты попробуй молотком поудалять что-нибудь, нет, не выйдет. Ты предлагаешь из-под меня... Сейчас он сам себя удалит. Сейчас я попробую сначала
все-таки перезайти. Я в итоге все равно резнулся именно в том же виде. Бежать спасать Димку. Ну, наверное, у меня 38 зеленых ки. У меня 65. Ну да, все, сотка есть. Все, погнали домой. Погнали. У меня как раз больше половины голода. Я, конечно, могу уничтожить крышу, в которой торчу, но... Да ладно, сейчас мы придем поржем сначала. Да. Ты там смотри, а ты, кстати, умереть можешь и резнуться. Я чего умереть могу? От голода. От грусти. От голода я не могу, я не бегаю, я стою на месте. От холода, значит. Я же помню, как-то попал в ловушку между двух домов. Не мог выбраться и ушел в гости, оставив аккаунт. Да-да-да, помню такой момент. Просто умирал там полгода. От голода умирал вообще. Так, как тут дела? Дайте мне посмотреть. Включайте костры. Да вон он, смотри, сидит. Я хоть потом со стороны на себя посмотрю. Просто... Копьем его. Ты еще. Крыш с холодильника. Крыш. Залез он тут. Да. Стейки наши тырит. Ну-ка, крыша. Крыш. Я вас тоже заскриншотил. Подожди, да чё? Подожди, сейчас я сверху, подожди, его за бороду потереблю. Ой, а почему все мясо-то в холодильнике протухло? Может, а его не надо никак включать? Хороший вопрос. Да, конечно, он выключен был. Дима, ты по-любому выключил. Я нет, вообще не трогал. Я не могу его открыть. Я как бы... 8 кусков мяса протухло. Руки у меня как... А вот приколите, в шкафу ничего не пропадает. Чертов холодильник. Так, подожди, я посмотрю, есть ли у нас потолок. Так, а что, сломай холодильник-то, что такое? Да, сломай холодильник, я упасть должен. Нет, не упал. Фак. А чё теперь? Я просто вешу, да? Да. Ты чё, давай потолок. Кстати, серьёзная проблема насчёт потолка. Там, по-моему, какая-то сложная архитектура с этим потолком. Ну вот, теперь я упал. Господи, это просто брешь в обороне. Я спокоен. Ну ты приключенец. Вообще... Как ты угораздил-то так? Да как холодильник подо мной поставил, да? Так ты не вставай, где я холодильники ставлю. Откуда я знаю, где ты холодильник ставишь?